Челябинскую область, едем подключать интернет. Такая вот обстановка, 10 километров вот такая дорога, справа 5 километров леса и слева 20 километров леса, и больше ничего. Ни базовых станций, ни вышек, ничего. Мобильная связь не работает уже здесь на подъезде. Никаких просветов, ничего. Сплошная стена из леса с двух сторон. Едем делать интернет. Интернет будет. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Посмотрите сегодня, в каком красивом месте мы работаем. Это Брянская область. Хутор Бор, населенный пункт. Мы сюда ехали 10 километров через лес. Такая здесь обстановка. Вон туда. Видите, вон там лесочек. Вон там. Его 4 километра. Здесь лесочек. Его... Так, сейчас сориентируюсь. Километров 80, наверное. Это Брянск. Родина партизан. Здесь немцы даже не могли справиться с нашими бойцами, потому что здесь одни леса. И в ту сторону сзади, ну, не видно тоже десятки километров. То есть единственный вот проблеск вот в этом направлении. А здесь у человека стоит уже зеркальная антенна с облучателем Antex, MIMO, 50-омный кабель и так далее. Не работает. 1,5-2 мегабит. Всех операторов перепроверил человек. Перекрутил тут все возможные варианты положения на этой стороне. На той стороне перекрутил. Ничего, ну не получается. 2-3 мегабита. YouTube кое-как там грузится видео, да, потому что оно там автоматически подстраивается под ширину канала, под битрейт. Если что-то где-то там через домашний кинотеатр смотреть, TV, ОКИ, все не получается вообще никак. Ну, это понятно. Вы же видите, где мы находимся. Это Брянская область. Сейчас будем менять облучатель на мимошный. Уже нашли, что здесь будет работать. Перестраивать антенну будем четко по прибору, по анализатору спектра, с учетом влияния зон Френнель, потому что здесь огромное влияние играет переотраженный сигнал. Мы будем направлять его не конкретно на базовую станцию, а таким образом, чтобы поймать саму сигнал. Больше отраженного сигнала. Мы это делать умеем. Мало кто это умеет делать. Какой результат у нас получится на выходе, мы, конечно, покажем. То есть остается зеркало, вот это НТВ-шное, НТВ+. Мы его просто получше закрепим, оно здесь гвоздями забито. Просто поэтому оно... Здесь видите, как болтается. Такого быть не должно. Антенна должна быть сфокусирована точно. Никакой вибрации и движения здесь быть не должно. Должно быть точное наведение. Иначе от ветра, и, во-первых, может выломать крепеж, потому что это сайдинг пластика. Так нельзя просто в дерево гвоздь забить, на ось так не делается. Хотя говорят, говорили, что приезжал какой-то супермонтажник с Брянска, так сделал. Ну вот, как косвенно понятно, что какие тут супермонтажники. Далее. Проводку проложим в помещение. Два кабеля пойдет, так как это мимо антенна, маймо, так называемая, множественный вход, множественный выход, который уже сама по себе обеспечивает большую скорость, как на вход, так и на выход. В доме будет висеть Wi-Fi роутер, в него будет вставляться модем. Модем будем использовать наш, потому что у нас свое программное обеспечение, халинковское, но доработанное, поэтому мы ставим свои модемы. Можно, конечно, использовать модем хозяина, но у него он не универсальный, то есть под одного оператора, и, к сожалению, не под того, под которого нам надо. Wi-Fi роутер мы будем здесь в данном случае использовать заказчику. У него Zyukin Kinetic Omni 2, превосходный роутер, отличный, он подходит. То есть на этом тоже можно будет сэкономить. В общем, сейчас мы приступим к демонтажу, к укреплению этой антенны, и перейдем уже в дом, начнем тестировать скорость. В Монголии служил, точно такое же дерево, приехали на учение на Кируле. Вот такая вот сопка, дерево стоит. Ну, мы пошли, посмотрели, тоже денег много, тоже ленточку привязали. И вот, ни одной змеи не было, ничего не было. Значит, побыли, потом пацаны решили там так собрать. Собрать. О, днем. Как летят оттуда. Орут. А эти, мы, говорит, только подняли, как зашипит, из-под камней тут полезли, а там очень сильные ядовитые гадюки. Не гадюка в нашем понимании, а
это ж может быть еще там мордник. Ну, гюрза, наверное. Гюрза, может. Ну, там гюрза откуда нам?